Маму. Ты будешь сейчас это. Итак, сейчас на это мама будет нам это. Господи, что у тебя такой косноязычный. Это мама сейчас будет, правильно говоря, барабанить. А я буду изображать лошадку, да? Да. Мама, начинай барабанить. Давай. Тебе понравилось, Гарри? Не хотел. Ю-ху! Так и живем. Все, мама, закончили барабанить. Что едим? А? Гречневая каша – правильная еда. Надо есть ее на ужин или на обед, но не очень часто. А что будет, если очень часто? Просто перьешь кашу. Гарри? Пап, может, хватит свой блог снимать, а то папарацци тебя закинут. Кучей. Что? Какой кучей? Кучи! Я поняла, что он имеет. А чтобы попарацци кучу автографов хотят. Интеллигентный вы человек, Елизавета. Прекрасно. Все, влог закончен. А, это же я себя снимаю, подожди сейчас. Вот. Чао, какао! Мы сейчас не грязно хотим, как и плохо. Значит, на вас обоих прикинуться, попрасться, как и проблаты. Да, пускай. Мама, на папа, папа, на мама. Мама. Ой. Маму. Ну все, уже погнал, все, отключаемся. Какой съемщик? Оператор. А, оператор, господи, так бы сказал.